Эго это понимает, но, по-моему, они понимают, насколько ситуация уже неблагоприятная для них. Кезу побежал дальше, его поднимает Shadow Шамана. Крит бежит какую-то сетку давать Кезу, а там Блэкинг Бар, уже ничего ты ему не сделаешь. МП в это время забирает Крита, и в это время Хроносферу ставит Юниверс. Смотрим персонажем, есть ли хоть немножечко урона, пока забрали уже Бэтрайдера. Тут же ответная Хроносфера от Ябзора, Ябзор закрывает на Пугну. Сумаил ничего не может сделать, там еще и Незервард был украден. А как МП остановить? МП просто не остановить, он одного с другим убивает, и Артизи тоже без вариантов для него. Нашли Мипошку, диджей подходит к нему, должен быть подкоп, есть подкоп, наберт. Увесистая свечка, так, Свен, запрыгнул сам по троим, и Резолюшн просто уничтожает команду Fnatic. Зацепили здесь и Кион нажимает БКБ, это никак не спасет его от Резолюшна, мувспида хватит, чтобы сделать последнюю тычечку, Фэби, Кион бой получает. Я тоже убью сейчас. Резолюшн, наш герой. Аплодисменты. Да, молодец, Рома, стан по троим. Гранды мировой доты. Кезу встречается с Сумаилом. Контроль по Кезу. Миднайт пульс под ноги. Юниверс с Блэк Холлом. Включает Блэкинг Бар. Всасывает в Блэк Холл трех героев. Артизи тем временем закрывает Мидвана. Да. И Зай туда же врывается с эпицентром. Минус 4 Артизи. Есть, в принципе, святыня. Поэтому так и действует Сумаил. Замедляет Яо. Идет дальше. Юниверс под невидимостью. А, Фисура залетает. Добьет ли Фамильяр и добьет Сумаил. На пару с Артизи и Крит. Отвергся атаки Фантом Ассасин. Подкоп от Магнус Сайленс. Тут же Сайленс получает Магнус. Моментально с ним сработали. Эйм вырежет двух героев, скорее всего. А забирает в это время Хаслэм от Юниверса. Туда же Фисура. Стоит, связан со связанными руками Сумаил. Его окружают, а Сумаила будут забирать. Ультра-хил. Готов он перебить. Видите, все? Здесь. Отправляется на 37 секунд таверна. Куку отсюда улетает. Матумба 6700 нетворса. Все, у него... И нашли шейкеры. Боже, ну какая война вообще по всем фронтам. И тут еще шейкеры тоже заберут. И отличная игра от DMC. Забрали и Куриона, и шейкеры. И сверху Куку у нас совместно не остановили. И Куроки погиб, который забирал Куку. Летит сюда Клокер, будет пытаться ловить Матумбу. Матумба зажимает, выбрасывает Матумбу подальше отсюда. Матумба туда разбирает со всеми. Пришел Миракл. Миракл не знает, что делать. Миракл не прыгнул. Блейдмейл. Сэмас гибнет. Рейвен пришел, идет за руба дальше, Матумба дерется с ним, Рейвен бегает кругами, тут же майнд-контрол ворвался, Тимс трусит ультимейта, Матумба пытается как-то жить, хил нужен хил, Тимс едва живой, рэмпэдж сделал Матумба Мэн в этот самый момент, это просто неописуемая какая-то драка. Ну, на этот раз есть Guardian Angel, и это, в принципе, меняет все. 17 стиков у Супера, смотрим свысока на происходящий. Бульба, хорошо, тот же Глобал, и проблема у Супера, не успеет ничего он сделать, ни Ган, ни Репел, ни Purification. Хаоснайт выкупился, здесь сюда, успеет ли Монета сейвить? Успел, Гаш, дай, да что ж ты делаешь, Супер? Удает Гану, поздно уже. Очень поздно, и пошел на передовую. И все в инвизе. Даст и есть. Ну, Супер погибает второй раз. DTC здесь держит. Вот так хукнули еще подальше. Forever. Он просто сделал липаут отсюда. Едва живой DTC под курсой. Что творит вообще Абетушка? И Ахфу ловит еще стрелу. И это будет просто-напросто дабл тимвайп в исполнении команды DC. А Джаш в инвизе. Очень хорошо. Все спалил. Джаш видит движуху. Джаш может прыгнуть сейчас в ВП на просто. Джиар в спину. Ай, как хорошо. Джиар дает инфу. Клокверк засейвил Эпену. Эпену надо нанести дэмэдж. Эпен получает ультимейт. Эпен все-таки погибает у драки. Байбека у него нет. Ну и дальше, конечно, можно. Хороший интервью Свена. Свен у нас стоит. Ничего сделать не сможет. Открывается мир. И довольно-таки неплохо раздамажил. Но Резолюшн пытался убивать противника изо всех сил. Но ему просто не хватило. Так, Фэби тут фейс-чекает. Саката умер. Хайо. Да, убил, скорее всего, Сакату. Потому что там этот. Причем, они мне нравятся, они вообще не парятся, они прям много скиллов кидают в одного героя.
там Охайо дальше прыгает. Конечно, в спине Фэби будет умирать, и без разницы, потому что он все свои способности уже использовал. Лина выдает неплохое оглушение. Как же Кио разваливает руками? Ты посмотри, вот он, дезолятор. Да, но причем Дум поменял. Так, тут байбек идет от Эмбера. Кио минус Робик. Тут сзади бегает Вивер. Ой, хорошо, Эмбер! Хорошо, Саката. Парочка ремнантов залетел между двух героев противника. Рут. Да, последние миллисекунды. Войт уже был, я думаю, уверен. Смарку дал информацию. Вот и все. Вот так и нужно играть команде Secret. Достаточно хитро сыграл здесь. Шейхер запрыгивает, и хаслэм в трех героев. Туда же Шивас Гард подходит. Юниверс дает Миднайт Пульс под ноги. Блэк Холл по трем корам. Это похороны для команды Secret в этой драке. Летает Крит, стараются все разбежаться. Но уже минус 3 от Evil Geniuses. MP бежать как можно быстрее. Но здесь есть свои легкоатлеты, не отпускают его. Хукшот в Дроу Рейнджер, надо сейвить, есть байбек от Никса, есть таймлапс, Саката живет, запрыгнул сюда антимаг, получает аугебласт, расстреляют ли его, у него это Егис, и антимаг погибает, 99 секунд его не будет. Рубик убьет, форстафа нет, сон погибает, дропнул гем, какая потеря. FN, взлетает Юл, должны быть жучки, там расстреливают Мипошку, Докфайтс, вот он, Вивер, боевой. Расстрелял одного, таймлапс, может убить еще и Гостика, прожимается Блэкинг Бар, Гостик тоже или Вивер, Гостик побеждает, а Вивер нет. Ну, убивают и Гостика в итоге, и минус 5 в исполнении G-Tech. Встает FN, Саката готов с ним тягаться, слушай, там много армора. И с рапирой Саката не справляется, приходится нажимать сатаник, есть крапасы, подкоп и минус FN. 101 минута, и у нас море крови!